Главная новость сегодняшнего дня. В ходе стрельбы в Алма-Ате погибли 4 человека, в том числе 3 полицейских, сообщает Министерство внутренних дел Казахстана. По данным МВД страны, один из подозреваемых задержан. Еще как минимум один нападавший находится на свободе. Ранее информагентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждали, что были убиты не менее 2 полицейских. Местные СМИ сообщают, что тяжелые ранения в ходе перестрелки получили по меньшей мере 7 полицейских. Официально эта информация не подтверждена. В городе было объявлено о проведении антитеррористической операции, введен самый высокий уровень террористической опасности «красный». Основанием стало нападение на полицейский участок, и Департамент комитета государственной безопасности, поясняет антитеррористический центр Казахстана. После появления сообщения о перестрелке все охотничьи магазины в городе были закрыты. Министерство обороны республики сообщает, что воинские части и учреждения вооруженных сил Казахстана переведены на усиленный режим несения службы. Под усиленной охраной находятся объекты хранения оружия и боеприпасов. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники утверждало, что стрельбу открыл один человек. Сообщалось, что здание районного управления внутренних дел, рядом с которым произошло ЧП, оцеплено. Это не первая за последнее время стрельба в Казахстане. 5 июня группа неизвестных совершила вооруженные нападения на 2 оружейных магазина и воинскую часть в городе Актобе. В результате погибли 4 местных жителей и 3 военнослужащих. Тогда в городе был введен режим контртеррористической операции, в результате которой, по заявлению МВД Казахстана, 18 предполагаемых преступников были убиты, 9 подозреваемых задержаны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нападение в Актобе террористическим актом. Ни одна из известных экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Кроме того, Нурсултан Назарбаев провел заседание Совбеза в связи с последними событиями, сообщает пресс-служба «Аккорды» через социальную сеть Twitter. В связи с событиями в Алматы глава государства собрал оперативное заседание Совета безопасности, говорится в сообщении.